Всем привет, дорогие друзья, с вами Лорд Удун на игровом канале Железное Сердце. Сегодня мы продолжать шедевр от Банжи. Это игра Destiny про космических гвардианцев, так сказать, защитников Родины Земли. Начнем с того, что продолжим изучать классы, что они там умеют у нас. Первый это у нас был колдунчик, Варлок. Он может откидывать цели, какие-то использует какие-то там магические свойства. Но сейчас мы, в общем, разберемся. Следующий класс, который... И, кстати, возьмем их всех разных раз. Посмотрим, как они себя ведут. Что, может, у них мультики какие-то разные бывают. Что надеюсь. Хотя в бета вряд ли они там заморачивались по поводу мультиков каких-то. Всех, наверное. Так, вот он наш Варлок. Сейчас прогрузится, загрузится, который мы играли в прошлой серии. Продолжение прохождения вы можете увидеть на нашем канале. Сейчас создадим нового героя. Пускай это будет уже Хантер. Так, выбираем расу. Тут три расы. С Хантера, наверное, сделаем по себе киборга. Пускай это будет киборг. А тогда потом из Титана сделаем уже вот этих авакенах каких-то космических. Экзо будет у нас. О, как ты плохо выглядишь, слушай. Мы можем задать твою расу, задали. Черепушку тебе можем поменить. Ушки нарисую тебе, смотри какие. Это вообще страшный. Делаем тебе каких-нибудь пострашнее, наверное. На кошку похож, что-то пойдет, что это такое, золотой мальчик, видишь, с розовыми губками, зелеными глазами. О, как давай, красные глаза, точно в темноте будут светиться, белые губки. Так, ну золотой мальчик, это конечно хорошо. О, прикольно. Что-нибудь под сталь, наверное, лучше сделать тебе. Вот такой пойдешь. Так, рисунок. Резиночки. Прикольно сделано, кстати. Управление, конечно, они тут зафигачили в меню. Как будто на планшете надо это все тыкать. Управлять. Наушнички. Гребень. Ушки. И лоб, твердолоб, короче, да? Будешь у нас таким панком. Не, конечно, можно и резиночки сделать, но... Ладно, будешь таким. Так, а это у нас что такое? Рисунок. Типа. Прическа такая. Краски на тебя пролили просто. Кровавое хотелось бы что-нибудь такое сделать. Кровавого тут что-то ничего и нету. Короче, будешь со звездой. Все, отличная работа. Робот у нас охотник такой получился. Вступительный мультик, я что-то уверен, будет точно такой же, как и у Варлока. Activision и Bungie представляют. Сюжет игры, в общем, такой. Человечество жило себе. Вот оно решило исследовать космос. Отправилось оно, конечно же, в ближайшую планету. Это планета Марс. Это вот типа наши дни сейчас показывают. Прилетели мы на Марс, высадились. Пошли гудлять по поверхности Марса. Вот даже пишут. Планета Марс. Наши дни. На разных языках. Это то, что было показано на всех телеканалах. Это телевизионных всех стран. Что наконец-то человечество до Марса добралось. То все.
Но все оказалось не так-то гладко. Вот они пошли таки исследовать. А тут бах. А тут такой кругляшок, нежданчик сидит. Типа, откуда ты тут взялся? Что за странник? Как тебя назвать? И пришла печаль на Землю. Напали инопланетяне. Все поразбомбили. Поразорили. Остался всего лишь один город во Вселенной. Там маленький странник прилетел, и удалось ему спрятать в своей тени всего лишь один маленький городок. Лос-Анджелес, что ли? Неважно. А все остальное человечество вымерло. Вот показываю точку, где остались люди. Этот шарик в своей тени спрятал, и инопланетные твари не смогли подчинить себе человечество. Но Земля, конечно, пришла уже в упустение. A darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space, centuries after our golden age began. This darkness found us. Вот мы стремимся к тому, чтобы победить инопланетных захватчиков и вернуть на Землю золотой век, золотую эру. У нас три класса людей. Точнее, не людей, но три расы. И три класса — это Титаны, Охотники и Варлоки. Сейчас мы создали себе робота-охотника. Сейчас побежим и всех победим. Стартовая локация. Интересно, какая у нас сейчас будет. Наверное, опять тот же самый космодром. Да, старая Россия, Земля, космодром. Степи Казахстана. Наверное. Замечательная графика, конечно. Как кино смотришь. Чтобы быстрее все-таки это все прогружалось, всегда читалось. Вообще шикарно. Исследовательский дроид какой-то. Какие он тут, оказывается, вещи творить может, это вообще непостижимо. А вот они, те, от кого надо убегать. Засекли. Ну давай уже быстрее, катсцена заканчивается, уже пора нам идти исследовать. Работает, да не... Кто бы мог подумать? You don't know how long I've been looking for you. I'm a ghost. Actually, now I'm your ghost. And you, well, you've been dead a long time. А пальчики как у человека обычного. Но мы-то знаем, что мы киборг. I have to get you to the city. Hold still. Don't worry, I'm still with you. We need to move fast. Ты должен двигаться быстро. И опять пошла загрузка. Да что ж такое? Это сколько этих загрузок уже? We won't survive long out in the open like this. Let's get inside the walls. Ножки мои бегут по дорожке, по елке.
показано, куда нам двигаться. Через машину. Оба! Можем через машины прыгать. Сюда надо двигаться. Серединку, если нажимать, нам будут показывать подсказочки, куда нам все-таки двигаться. Будем проходить быстро, потому что мы здесь уже все увидели. Фонарик. Ух ты, елки. Вот этого я не видел. Я знаю, куда мне идти. Сейчас этот светлячок включит свет. Все активируется. Мне наконец-таки дадут оружие. Вон они как тараканы бегают, а? Опа, у меня есть оружие. Хорошо. Так рукопашный у меня ножик, да? Watch for motion on the tracker. Противный у тебя голосок, да? Чё, типа... На! Типа крепкий самый, да, тут? Сейчас мы тебе... сделаем... На! Крепкого пацана. Мы ж киборги. Они заполонили планету, они киборги. Да, нас. Ух ты, елки. Да что ты не метишь-то? Какую-то неправильность. Все. Еще один. Пока еще маленькие, чтобы со мной тягаться. Прыгает-то как он, бесшумно. Потому что охотник, наверное. Открывай. Кристаллики. Специальные патроны. Нажмите. Ну, нажал я треугольник, и чё? Чё-то ничего не происходит. Ошибка. Ваш коннект-сервер был потерян. Ну, елки-палки. Нас хоть и выкинули, нас вернули опять в то же самое место. Вот он, наш киборг. Охотник, которого мы создали. Экзоид или Экхолот. Я не знаю, откуда мы сейчас начнем. Надеюсь, нам опять не придется мультик смотреть. Она придется. Мультик можно скипнуть. Быстренько сейчас переместимся туда, откуда мы должны продолжать свой путь. И продолжим. I hope you know how to use that thing. Ух ты, а где появился? Мы появились прямо на том же месте. Наверное, точка последнего сохранения. Так понимаю. Ну хорошо. Watch for motion on the tracker. Я их видел. Ты чё не стреляешь? Блин, у меня патронов нету. Как же так? О! Ты зачем все патроны отдал? Патроны тут, походу, надо ходить и подбирать. Ты куда делся? Оба. Ладно. Охотничья, конечно, штука, это хорошо. Я еще не умею пользоваться. Поэтому будем по старинке автоматик.
взрыв пакета у них тут. Ну иди сюда. Иди сюда. Все? Нет? В ножку тебе. Блин, у тебя патронов нету. Зашибись. Что-то у меня с патронами вообще беда какая-то. Вот что значит вылетать. Так, и что я взял? О, новая винтовка. Без патронов. Зашибись. Будем искать. Trip mines. Don't touch them. Да я догадался, что лучше это не трогать. Ты откуда вылез? Сколько вас? Нифига себе. Я вас тут всех загашу. Ну, на ножах тебе. Классно? В репу получил. Вас тут много, да? Нет патронов, да? Сомневался. Подарили винтовку, называется. С патронов. На. Есть патрончики. На. Все. Захавал. Последний остался, нет? На. Я тут в рукопашку, как настоящий охотник. Я ж киборг. Мне ничего не страшно. Буду убивать. Так, ракетка. Incoming. Fallen ships this close to the surface. Move. Куда мне мувать-то? Ё-моё. Тут я ворвался. На. Ух ты, ёлки, зачем ты это взял? На. На. Ух ты, блин. Где ты? Куда ты делся? Иди сюда, варлок. Я тебя хочу в рукопашку убить. Что-то, по-моему, это опрометчивое решение. Кто-то бегал. Я его видел. Может, конечно, мне показалось. А если я спрыгну, я умру? Я умер. Вандал Хаус Дивилс. Респаун. Так, ну чё, респауны нам тоже надо иногда поюзать. А то чё мы без смертей ходим. Оп. Тихо, благородно. Со спиночки. Нежданчик. Еще какой жданчик. Второй левел мы взяли.
Что-то какую-то разанлокили какую-то штуку себе. Level up. Ладно, потом разберемся. У нас пока задание. Ваш сабглаз. Он мне показывает. Вроде бы куда мне идти. Ух ты, что делаешь-то, ёлки? Почему он взял оружие это? Я же его просто заставил убить бесшумно. Охотники, они типа бесшумно ходить могут. Потому что варлока моего за три земли видели все. Блин, они умные стали. Типа убегают мне. То что ты? Это я игрок, блин. Иди сюда. Опа. Карамультук. Заряжайся почаще. Ух ты, как его откинуло-то, ё-моё. Охотник. Вышел на охоту. А вот это корабль. Бегай, кожевой. Так, что вот с этой делать штукой? Игра-то идет. Тебя могут и убить. Вылезло окошечко. Вот ты, ёлки, какие вловки. Ё-моё. Ваш сабглаз. Чё сабгура? Я могу его проапгрейдить? Иди сюда. Есть. Чё мой сабглаз-то делает? Все, готов. Сейчас я, наверное, его убью, только тогда мне эта надпись исчезнет, потому что сейчас мне некогда этим заниматься. Ну и где ты? Что-то рядышком стоит. Я его не вижу. Ладно, идем в этот сраный сабглаз. Фэнс. Саблаз. Я ж не могу ему с 15 левела еще. Идиотизм. Все. Всех убил. Дурацкая надпись про сабглаз исчезла. Это я. It's been here a while. Hasn't made a jump in centuries. We're lucky the Fallen haven't completely picked it clean. Will it fly? I can make it work. Технология, ё-моё. Залез в этот странный корабль, убитый временем. Починил его, да, просто. Теперь я могу отправляться в звезды.
okay. It's not going to break orbit. It just might get us to the city. Now, about that transmat. Bringing you in. Не, большой, ты опоздал. Мой дроид все починил. You can come back for them when you're ready. Let's get you home. Вот такой вот класс охотник. Вся два убийства. 12 в рукопашку. 14 точнее. Аркада глаз. Класс Jump Ship. Какой-то аркадный корабль шип получил. Что такое, не знаю. Дом, милый дом. Вот этот странник, который прилетел с Марса на Землю и типа защитил нас в своей тени. Не дал вымереть человеческой цивилизации вообще прям. Брызг. А корабль как будто под мой свет подкрасился. Под цвет кожи почти. Желтенький стал, по-моему. Вот он. Золотой мальчик. Welcome to the last safe city on Earth. The only place the traveler can still protect. It took centuries to build. Now, we're counting every day it stands. Ну и рожа у тебя. This tower is where the guardian. Землянин. Добро пожаловать в семью гвардейцев. Защитников земли. Чё, чувак, вернулся домой? Тебя рады видеть. То, что осталось в тени вот от этого последнего города, который удалось этому страннику, шарику защитить. Вот это и есть тот самый город. 8-й левел, уже 7-й левел. Максимально сейчас можно качаться до 8-го левела в этой игрухе. Так, нас настоятельно просят зайти, что-то сделать. Что я тут могу сделать-то, ёлки? Какой-то рюкзачок. Эмблему поменять можно. Красненьким хочу. Level up. Ну и что? О! Гранаты я теперь имею. Все? Свободен? Апнулся, гранаты получил. Отлично. Все, теперь самое время пойти эту зелененькую эмблемку и узнать, что там тебе дадут. Добро пожаловать, охотник. Привет. Баба. Квест даешь, говоришь. Ну, расскажи мне. Trust me. You'll need it. Trust me.
чё? Чё дальше-то? Все? Все забрал? О, переоделся. Рано я купил тапочки. Короче, мне пузо дали новое. Так, теперь мне надо назад бежать. К зелененькой меточке. Народ тусит, тут все как положено. Okay. Че рассказываете, а? Талия. Короче, вот это очень долго надо выбегивать тут. Ну и что ты мне расскажешь? Выберите свои патроны. Маршал, плюмба какая-то. Я не знаю, ну давай вот это. Все. Типа крутая пуха, да, теперь у меня? Ну хорошо. Спасибо. Бежим теперь на следующую точечку. Зелененькую. Играя за Варлока, я так и не понял, что от меня хотят. Играя за Хантера, его нюх, наверное, благоволит ему, и поэтому мы можем теперь понять, что от нас хотят. Привет! Ты тоже мне что-то подаришь? Что это было? Инвентарь. Мне проапгрейдили корабль или что? У меня ничего нету, у меня деньги кончились. То есть, короче, я могу что-то для корабля покупать здесь. Понятно, а что теперь? Идите в орбиту куда-то. Орбита-то. Ты тоже какое-то оружие продаешь, я так понимаю. Все вы хотите от меня денег. Go to orbit. А может, я люблю Дерол? Что тогда делать? Летите на орбиту, да? А как? Я не умею этого делать. Где-то карту показывали. Ну, в общем, что, мы ознакомились с классом хантеров. Охотников за привидениями, да? Когда закончите Flowers, это нажмите так и треугольник. Оба, и мы улетаем на орбиту. Это надо одновременно держать панельку и треугольничек, и нас отправят куда-то к орбиту, короче. Это типа наш корабль. Set destination. Навигатор. Вок. Короче, выберите следующую destination, да? Башня. А как бы у нас больше и некуда, да? Земля. Старая земля или
Не старая земля. Все, что ли? Давай на старую землю. А, нет, тут еще есть вот. Нет. В город нам не надо. Давай старую землю. И куда мы тут можем полететь? Старая земля. Ладно, тут, наверное, у нас задание. Нормал. Пятый левел. Хард. Ух, ё-моё. Все, мы в хард пошли. С новой пухой. Нас сейчас будут убивать там, наверное. Вообще. Это мы должны были вылететь из земли и подняться в космос, чтобы выбрать себе потом землю и полететь на землю. A guardian can't do much to protect the city without one. But it needs a warp drive if we have to go to beyond Earth. Кратко рассказывают. Тут не понять вообще, о чем речь идет. We survived the fallen ones. We can do it again. Хоть бы дали корабликом поуправлять, что ли. A guardian ship was recently shot down here. Я сел. The fallen haven't gotten to it. There might be parts we can salvage. Куда мне идти? Что тут вообще делать-то? Я вижу, куда мне идти. Бежим. Что это было? Птички. Тут еще и птички живут, оказывается. Так, это кто? Вандалы второго уровня. Ух ты, блин. Вы сильные. Ух ты. Дроиды. Тут я пушку себе взял. Десплоить хост. Ну-ка давай, чини корабль. Он нам понадобится. Пушку какую-то я взял, блин. О, мое. Теперь надо защищать. Пока он чинит. Давай быстрее чини. Так, что это теперь дальше идти? Нет, эта пушка мне не подходит. Я должен ее сменить. Да. Мы ее потом возьмем. Хавали. Вы еще не знаете, кто тут к вам пришел. Такой крутой, что уж сам боюсь себя. С ножом он решил меня зарезать, ага. Сейчас. Ё-моё. Все, схавали. А вы думали, что я тут с вами с бирюльки пришел играть? О, наши. Молодцы. Вниз, что ли? Вниз, так вниз. Какие проблемы? Охотник вышел на охоту. Буду тут все исследовать. Уйди. Это наш.
А, вы присоединились ко мне, да? Тоже чинит, короче. Все, давай, уходим отсюда. Оно без нас уже починит все. Защищайте, ребята, там. Если что, позовете. Так, ты куда поднялся? Я вижу. Вижу уже. Да уйди ты. Короче, когда бежишь, она автоматически убирается. Ее не надо убирать. Ух ты. Уже война пошла. Блин, больно. Они меня так убить могут, слушайте. Наши дроиды пошли. Давайте, давайте, бейте их, бейте. Все. Наши-то тоже не пальцем деланы, да? Особенно те, которые 5-го левела. Они даже ужасно. И на машинах умеют кататься. Нифига себе. Давайте, будете мне помогать, значит. А я пока на своих двоих. У меня пока ничего нету. Так, я сюда пришел. О! Это точно то самое место. Scanning for the warp drive. Bad news. It's already in full enhance. Ух ты. Ямка. I hope you're ready for this. Ё-моё, это чё, газ какой-то? Что это такое? Что это такое было? Нифига себе! Все, меня убили, что ли? Я просто не понял, что там делать. Где? Есть, красотища какая. На тебе энергетические пакетики. Все. Фух, сейчас придет жирный. Привет, босс. Лачевку привез. Ты хорошо придумал. На. Где там делся? Оба-на. Больно бьют. Партизана видели такого? Хотя, что вы видели, инопланетяне? На.
Ё-моё, сколько вас тут? Я горю, что ли? Офигеть. Жалко, у меня нету гранат. Все, ты уже труп почти. Посопротивляйся еще немножко. Все. Пипец тебе. Ага. Не ждал такого конца-то. Миссия complete. You just killed an Archon. This could cripple the Fallen. And we got a warp drive. А вы думали, что я сюда пришел? Просто так? Носу поковыряться и уйти? Так, мне уже ничего не надо, что ли? Я уже все зарядил? У меня есть патроны, да? Все. До конца миссии... Секунда, я надеюсь, мне назад выбегать не надо? Не надо. Ура! Мне ладошки дали. Можно примерить? Нет? Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, за это стоит поставить палец вверх обязательно. В следующей серии мы пойдем и узнаем, кто такие титаны, что они у нас умеют делать. Конечно, придется опять катсцену пересмотреть, мультик посмотреть. Ну, без этого ж никак. Вот мы вернулись домой, охотникам, киборгам, экзоидам, или как они там называются, не знаю. Вот они, мы приходим. Вот респект и уважуха, пацан. Мы в блюдечке тебя защитили. When we were much more powerful. У нас даже есть свой предводитель. Until it wakes and finds its voice, I am the one who speaks for the traveler. You must have no end of questions, Guardian. In its dying breath, the traveler created the ghosts to seek out those who can wield its light as a weapon. Guardians, to protect us. And do what the traveler itself no longer can. Respect уважута, экзоид. What happened to it? I could tell you of the great battle centuries ago. How the traveler was crippled. I could tell you of the power of the darkness. Короче, когда придет ancient enemy. Время великой битвы, когда спустится зловещее, мощное зло на землю, короче, ты должен будешь защитить детей, сражаться, короче, с них там, чтобы остановить. Чтобы у детей была новая дорога в новую жизнь. Темнота возвращается, мы живем в это время, короче. What can I do? Ты должен сделать все как положено. Что я должен делать? Ты должен прогнать. Ты защитник, ты гвардиан, защитник земли. Ты должен пойти до самой грани, до самого конца, короче, чтобы земля осталась жить. Короче, на нас возложили великую миссию. Мы должны быть супер-мега-героями. И вот это блюдечко, странник, вот этот, который мы нашли на Милашсе, он аж песни поет нам. Вот. Ну, на этом мы закончим эту серию. Что это такое взорвалось-то?
опять новый мультик. Мы должны лететь на новое задание. И опять на землю. О, у нас появилась новая точка. Темнота приходит. Порвит. Ну чё ж, я думаю, здесь нам надо поставить лайки. Обязательно рассказать друзьям. Написать комментарий. Мы играем в Destiny, напоминаю, на PlayStation 4. Новая абсолютная игрушка. Бета-версия еще игры. Она еще не вышла. Но у нас она уже есть, и мы в нее уже играем. Так что обязательно пальцы вверх. А в следующей серии мы создадим Титана и будем им играть. Это будет инопланетный Титан у нас. Вот так. Magic people, voodoo people. Magic people, voodoo people. The voodoo, what you don't dare do, people.